Привет, ребята! Небольшой урок, как удалить комету. Удаление кометы, всех их mail агентов, страниц и так далее. Здесь тулбар появляется. Еще одно. Если у вас была критическая ошибка на Windows 10, вот у вас стояла комета, вы ее удалили, и у вас все-таки все равно появляется критическая ошибка, зайдите на сайт, пропишите в интернете комета здесь. И скачайте этот браузер. После чего, вот, снова удалите его. Только этот раз удалите его правильно. Давайте зайдем в браузер, напишем ADV Cleaner. Нажмем скачать. И запустим его. После чего вам нужно нажать всего лишь сканировать. Вот. Она найдет все эти кометы, все эти тулбраузеры и так далее. И нажать очистка. И после нажать ОК, ОК, компьютер перезагрузится. И данные кометы и всех этих нежелательное ПО у вас больше на компьютере не будет, и надеюсь, критической ошибки тоже.